Звук маракасов, зажигательные танцы, яркие костюмы. Это вовсе не карнавал в Рио-де-Жанейро. В Нью-Йорке прошел не менее зрелищный праздник – парад карибской культуры. Показали себя на ежегодном шествии выходцы из Вест Индии, так называют группу Карибских островов, расположенных между Северной и Южной Америками. Свою культуру они тщательно берегут и всегда готовы прославлять родные Карибы. На шумном карнавале можно не только посмотреть на колоритных персонажей, но и попробовать национальную еду.